Наши кинооператоры побывали в этот же день и на севере страны, в республике Коми. Лучшего бригадира оленеводов колхоза «Комсомолец» Петра Никитича Артеева и его дочь Настю мы встретили в ту минуту, когда они отправлялись на избирательный участок. От тех мест, где пасутся олени стада, до села Бакур много десятков километров. Вот так же на оленей упряжке приехали мы на пункт голосования. И здесь мы встретили многих оленеводов. Среди них были Петр Никитич Артеев и его дочь Настя, пастух Петр Чупров с женой Анной Степановной, трудящиеся республики Коми единодушно голосовали за кандидатов, выдвинутых народом.